Террорист-смертник подорвал себя посреди одного из районов сирийской столицы. Жертвами злоумышленника стали 7 человек. Десятки получили ранения. Сообщается, что в качестве мишени Шахид выбрал район города Кафр-Суса. Местная полиция выяснила, что он проник в него еще накануне вечером и планировал взорвать себя в центре безопасного перекрестка недалеко от спортивного клуба. Как только Шахид понял, что его раскрыли, он активировал закрепленную на теле бомбу. Ни одна из действующих на территории страны радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.